Добрый день! В этом видео я расскажу, как почистить зарядные контакты у iRobot Bravo Jet M6. Контакты находятся в этих местах. Контакты необходимо чистить сразу, как замечаете, что у робота нет соединения с зарядной станцией. Для профилактики контакты можно чистить раз в месяц или чаще, если есть необходимость. Контакты очень хорошо можно очистить меламиновой губкой, поскольку она хорошо убирает как пыль, так и присохшую грязь, которую невооруженным взглядом трудно заметить. Второй способ очистки контактов – спиртовая салфетка, поскольку спирт испаряется и не вредит контактам. В этой части видео я расскажу, как почистить контакты у зарядной станции от Bravo Jet M6. Эти контакты также хорошо очищаются меламиновой губкой. Второй способ очистки контактов – спиртовая салфетка, поскольку спирт испаряется и не вредит контактам. Авторизированный сервисный центр iRobot в Латвии к вашим услугам. Звоните, пишите, подписывайтесь. Ведь робот в отличном рабочем состоянии поможет вам лучше. www.mansrobots.lv